пустые коробки одинаковые из-под чая. И сейчас клеим момент. Клеим момент. Вот здесь эти места заклеим, чтобы они нам не мешали. Пока у нас коробочки сохнут, мы берем еще коробку, вот у меня, например, из-под каши. Вы можете найти какую-то другую коробку. Замеряем вот это расстояние 8 сантиметров. И отмеряем здесь тоже расстояние 8 сантиметров. И отрезаем вот так коробочку. Вот я отрезала коробочку. Одну часть пока отложим, она нам, может быть, даже пригодится. А это будет низ у нас у шкафчика. Теперь берем две вот эти коробочки. Смотрите, что у нас получается. Вот так мы склеим и вот так приклеим. Вот. Получается шкаф. Шифонерчик, видите, дверки закрываются. И можно сделать зеркало на дверцах. У меня это такая вот бумага, цветная, картон. Но вы можете использовать шоколад, из-под шоколадки, из-под кофе, там, из-под семечек. Бывает такая упаковка внутри, вот такая блестящая. Значит, мы сейчас приклеиваем вот сюда зеркало. Зажимами, прищепками оставляем сохнуть. Смотрим обратную сторону нашего шкафчика. Обратная сторона некрасивая и непрочная. Будем укреплять ее картоном. Для этого можно брать любой картон или бумагу, как вам нравится, и закреплять. Продолжаем укреплять наш шкаф, шифонер. Вот на обратную сторону. У меня вот есть такой картон. Это я взяла от коробки. Видите, это была коробка с крышкой. Вы можете взять обыкновенный картон. И теперь наша задача вырезать вот такой каркас, обвести всю коробочку, вырезать и приклеить на обратную сторону. И на бока приклеить, и сюда, сюда приклеить, сюда. В общем, укрепляем. Смотрите, что у нас получается. Вот я обклеила заднюю часть шкафа, вот это верх шкафа. Здесь надо вот смотреть, чтобы клей хорошо присох. Нижнюю часть я белым картоном обыкновенным приклеила. И я хочу вас предупредить, что вам понадобится еще кусочек обыкновенный такой лист твердый из обыкновенного набора детского творчества. Мы с вами будем делать еще выдвижной ящичек. Будем еще делать красивые ручки для шкафчика. Сделаем так, чтобы он закрывался. Теперь будем делать выкройку нижнего шкафчика. Как я ее сделала? Смотрите, вот этот размер нам нужен. Вот он основной, вот этот размер. Вот он у нас, этот размерчик. Боковые размерчики нужны, вот они. Это задняя стеночка, вот она, вот здесь она. Здесь я немножко оставила, чтобы сделать загибчик. А это у нас крепежи такие будут. Смотрите. И вот так мы будем склеивать коробочку сейчас. Вот так. Вот так будем склеивать коробочку. Вот. Это будет нижний шкафчик. Мы его тоже укрепим картоном обязательно. Но она не очень прочная. Я думаю, что ее надо тоже красиво обклеить картоном. Это у нас будет выдвижной ящик внизу шкафчика. Продолжаю записывать видео уже на другой день. Смотрите, шкафчик наш уже вот какой.
я сделала ручки. Обязательно покажу, как я это делала. Вставила внутрь палочку такую. Это палочка от шашлыка. Насквозь проткнула стену шкафа. И здесь приклеила пуговку. Она будет как крепеж, чтобы палочка наша не выскальзывала. Внутри немножко капнула клея на другой кончик палочки. Теперь приклеила вот такую полку. Сейчас покажу, как это делать правильно, удобно. И давайте начнем дальше доделывать наш шкаф. Вот смотрите, какие полоски здесь горчичного цвета остались от чая. Мне это не нравится. Значит, надо взять две полосочки белой бумаги, клей-карандаш, и это дело заклеить, чтобы у нас все было аккуратно. Вот полосочки я приклеила, стало лучше, конечно. Теперь я покажу, как вот такую полочку сделать. Полочку нужно делать размер и сбоку оставлять обязательно по сантиметрику. Это чтобы удобнее ее приклеить было и чтобы она была надежнее. И, конечно, ее делать немного твердую. Я буду это приклеивать на клей «Кристалл Момент». Теперь я хочу показать, как сделать такую ручку, чтобы удобно ей было пользоваться. Для этого нам понадобится вот такая скрепка обыкновенная. Я взяла вот такой инструмент и вот в этом месте ее вот так сжала, чтобы она здесь вот была сжата, и одела на нее вот такую бусинку. Смотрите, что надо делать дальше. Эту бусинку в дырочку. Дырочку я делала вот такими ножничками. Теперь ее надо здесь зафиксировать. С обратной стороны вот здесь тоже надо капнуть клеем обязательно. И тоже одеть вот такую бусинку. Смотрите, что получается. Здесь не только бусинка, а есть такой еще маленький хвостик, за него удобно открывать. Если приклеить бусинку на горячий клей, она иногда отваливается. Теперь вот про этот шкафчик. У меня коробочка нижняя была поменьше размером. Вы видите, я здесь сделала такую вот картоночку, приклеила. Она немножко больше размером. Отделала я декоративным скотчем обыкновенным, чтобы посимпатичнее было. Цвет я выбирала всего шифонера, ну, по стилю комнаты Франкенштейн, потому что у нее там мебель в основном синяя. Далее, вниз шкафа, шифонерчика, надо приклеить вот такую картоночку. Конечно, сначала ее нужно обклеить белой бумагой. Это такая подставочка, чтобы лучше открывался ящик. Но это делается легко и просто. Вот смотрите, здесь тоже сделали. Вот так легко открывается, легко закрывается. Дверки шкафа, видите, не закрываются, но тоже могу сделать маленькую подсказочку. Вот такая резиночка для плетения. Вот так легко закроет наш шкаф. И теперь будем приклеивать вот сюда. Подставочку, она размером чуть меньше, как вы видите, да? И наш шкаф-шифонер готов.
Смотрите, как он легко открывается. Здесь лежит обувь. Здесь тоже он легко открывается. Вот так резиночка. Пишите в комментариях, понравилось ли мой мастер-класс, что вы еще хотите видеть на нашем канале. Свои пожелания пишите. Всем пока, с вами была Марина.